Нашим раненым, которые поступают и в то же время обеспечат работу больницы, чтобы не было случаев заражения коронавирусом и распространения, потому что некоторые приказы, которые сегодня написаны, они не соответствуют тому, что необходимо для оказания этой помощи. Сегодня у нас такая расширенная оперативка еще для одного очень важного события. У нас в гостях Украинское библейское общество, всеукраинский проект «Рукописная Библия». Сегодня наконец-то пришло и в больницу Мечникова. Здесь у нас работают лучшие и самые достойные. Это и медсестры, это и доктора, которые присутствуют здесь. И я убежден, что все мы получили почетное право записать собственной рукой стих в общенациональную рукописную Библию. Біблійне товариство було створено в 1991 році всіми християнськими церквами України всіх напрямків. Це і православні, і католики, і греко-католики, і протестанти всіх напрямків, баптисти, п'ятидесятники, адвентисти сьомого дня і інші християнські і протестантські конфесії. Вторая акция, первую мы проводили без православной церкви, проводили очень удачно. Многие люди после этого начали больше верить в Бога, начали ходить в церковь, начали соблюдать традиции, Божьи принципы для нас. Для всех очень важно сегодня, мы знаем, что существует чудо, даже в самых сложных ситуациях, вот таких, как даже случается с нашими ранеными бойцами. Давайте